Я подошла к этой солнечной панели, которую там со стороны смотрела. Смотрите, тут орхидеи тоже, видите? И вот та крыша, которую я смотрела вчера со стороны. Там тоже, видите, какие орхидеи? Очень крупные. Красота. И там орхидеи. На той крыше. Вот там у нас пеларгошечки у них на крыше. Ну а слишком палящее солнце здесь. Надо. Вот те, которые там на окошке стоят, видите? Вот эти вот. Они под тенечком, они красивее растут. А эти все бедные. У них тут солнце круглые сутки. Сейчас посмотрим с той стороны. Вот тут тоже, видите? Тут орхидейки мелкие-мелкие, вон какие разноцветные. Вот я вчера вот с той аллейки на этот дом смотрела. Вот так. Хотела посмотреть с крыши. Вот, пожалуйста. Да. И там на той крыше, на дальней, тоже орхидеи. Везде на крыше. Вот орхидеи на крыше, да, они тут нормально это все переносят, солнце. Это все. Видите, они в нормальном состоянии. Вот тоже бутоны. Все собирается цвести, все прекрасно. А для пеларгошек сильно жарко, открытый солнечный свет постоянно. Там вообще у них на крыше, вон на той дальней, пальмы. Кроме орхидеи еще и пальмы. Да, классно. Ну, также мы хотели тоже делать на нашем доме крышу с террасой. Вот так вот. Тут пауки, я боюсь даже подходить. Вот, а с этой стороны там тоже есть аж орхидеи, но я нельзя посмотреть, там крыша. Козырек. Что-то строят. Так. Там мы тут зашли в этот машины смотреть на обмен. И как раз спросили заодно про. Я заодно, вернее, поснимала видео. Тоже видите, какие они. Разные, голубые, красные. Вон те гераньки, тот дом, который с гераньками, с красными. Сегодня солнце. Хорошо, что я вчера их снимала, вчера было нормально их снимать. Сегодня на солнце вообще нереально, просто нереально. А, вот видите, как на солнце. Ничего не видно вообще. Вернее, видно, но... Совершенно не то, как в тенечке. Так что хорошо, что я вчера поснимала их. Вот опять этот крыша с орхидеями. Вот здесь вот наши соседи. У них здесь такой, ну как бы дворик, я так понимаю, хозяйственный. Потому что у них дом в другом месте, а здесь такая как бы старая постройка. И дворик, они здесь что-то выращивают. Вот здесь мы у них сейчас берем воду. Вот здесь вот. Потому что у нас еще не проведена вода. Они нам разрешили тут брать воду. Ну вот смотрите, вот, да, старые стены. Но везде какие-то. Мне интересно, как это растение растет. Представляете, оно корни в воздухе. Корни в воздухе. Видите, так подвешено. Пеларгошка это не цветет почему-то. Тут еще орхидеи у них. Но вот это растение, конечно, да, какое-то чудо. Вы представляете? Корни в воздухе. Ну, вот так вот растет в воздухе. Офигеть. Так, тут фуксия. Это что? Не знаю. На бегонию цветы похожи. Так, гибискус тоже, видите? Цветочки, цветочки везде. Вот этот декабрист. Рождественник, да? Лавинный зев сейчас везде цветет. Очень пышно. Так, тоже бегония. Такая простенькая, такая, ну, старенькая уже. Толстянка.
Калы. Калы меня уже просто перестали удивлять. Совершенно не удивляют. Там у меня дальше орхидея растет. Так, сейчас смотрю. Плющ очень красивый. Роскошный плющ. Там тоже калы. Так, а что это красное? Сейчас посмотрим. А, это орхидея тоже такая. С какими-то шариками. Прикольно. Какие у нее цветочки. А, это цветочки бегонии. А вот это уже... Вообще, короче, ничего не понимаю. Не знаю. Там петрушка еще растет в горшке. Прикольно. Прикольно. Вот тут тоже петрушка, видите, просто так растет. Как сорняк. Блин, реально петрушка везде. И крапива. Да. Они там стали разговаривать. Плющ очень красивый. Тоже старый-старый, но листья, смотрите, какие огромные. Видите, как плющ сквозь стены прорастает. Просто сквозь стены. Видите? Смотрите. Да, вот что значит стремление жить. Просто сквозь стены. Да. Так, орхидея, сейчас посмотрим. Бегония. Одинаково, смотрите. В тенечке хорошо растет. Оля! Пойду hacer un фото. Grazie. Bonita, mucho bonita. Синтера, синтера, синтерено, sí. Come. Возвращаемся домой, и уже видите, солнце спряталось за облачками. Каких-то, не знаю, час-полтора, и уже изменилась погода. Но все равно тепло, даже жарко, можно сказать. Едем домой. Тут у нас супермаркет рядом, этот Альтеца. Вчера они все купили, забыли кое-что, сейчас заехали, докупили. Завтра приезжают гости к нам. Нужно будет сегодня сделать вареники, приготовить для них. Сладкое они привезут, они там пироги какие-то пекут, это россияне. С этими лежачими полицейскими. Так, сейчас тут будет дом вот этот с гераньками. Нам будет плохо видно, да, потому что пальмы загораживают все. Тут пышно. Вот это у нас такой поселочек с другой стороны. Вон
уже и наш дом виднеется. Все близко, можно пешком тут ходить. Только вот когда на горку из горки, тяжеловато. Довы мы тянем маки на поле. Не поедем в гараж, сейчас поставим машину снаружи. Вот наш дом, наша деревня. Окей, на сегодня всем пока-пока.